мы и ожидали, игра выдалась такая нелегкая. Играли на синтетическом поле. Всегда, если это поле не такого качества, как оно должно быть в современное время, то футбол играть непросто. Да, потому что быстрый футбол не получается. И я думаю, что во многом это связано с тем, что мы сегодня не сыграли так здорово, как мы играли, например, предыдущую игру. Но в такой сложной ситуации я бы хотел похвалить своих футболистов. Они себя очень достойно вели на поле, они очень старались, они играли достаточно грамотно. Единственное, что немножко мы допустили больше, чем бы хотелось, технического правила. Temel gözlediğimiz gibi oyun çok çetin keçdi, bunu da Baxçadan bilirdik. Buradaki meydançanın vəziyyəti sintetik meydançadır dediğiniz kimi və müasir futbolda da bu biraz keyfiyyətlərin aşağı səviyyəli olan meydançalardır və bu belə bir meydançada oynamaq çox çətindir komandalar üçün və əlbəttə ki, əvvəlki onunla müqayisədə çox əla oyun nümayiş etdirmədik, amma yenə də uşaqlara təşəkkürümü bildirəm ki, belə bir çətin meydançada bərabə əldə elədik və hamısı sona qədər mübarizə apardılar. Bu qədər. Suallar. Elvin Cəmoğlu ikinci sarı vərəqə almasın deyə meydandan çıxarıldı, yoxsa başqa bir səbəb var idi? Əgər elə idisə, Ruslara qırmızı vərəqə alması, Elvinin qırmızı vərəqə almasına dəyilir mi? Yəni, almamasına dəyilir mi? Elvin Cəmoğlu заменяется на то, что он не получил ставлю карту. Это такая главная причина, по той причине он был заменен, потому что молодым футболистам свойственно забывать о том, что у них есть желтая карточка, он мог заиграться, и мы боялись, чтобы мы не остались в меньшинстве. А сейчас вышел другой футболист, который хорошо, что не вначале получил две желтые, и также был удален. Но повезло с тем, что все это было поздно, и уже мало времени мы играли в меньшинстве. Əsas məqsədlərdən biri o idi, bəli, ikinci sarı kartını almasın. Çünki gənc oyuncudur, ola bilər ki, yadından çıxar birinci kartı, olar oyun ərzində ikincini ala bilər, komanda azlıqda qoyar və onu əvəz elədiyimiz oyuncu yaxşı ki, oyunun birən kimi iki sarını almadı, yəni biraz gec aldı. Belə əsəbləşir deyəm, Ruslan intisamsızlığına. Bəs ciddiyiz, Ruslan. Нет, ну, сердиться это не такое сейчас ощущение. Я думаю, что просто всегда с каждой игрой, с каждым днем, с каждым вообще общением с футболистом, в том числе и на поле, получаешь все больше и больше информации. Да, и такая информация, как я сегодня получил по Тегизаде, но она никак не может быть для него положительной. То есть это для него явно отрицательный момент. Mən yeni bir məlumat alıram oyuncu üçün, oyuncu haqqında və bu Ruslandan gördüyüm də onun xeyrinə olan bilən bir məlumat deyil. Buyurun. Cəmalovun əvəzinə dedik, futbolçu çıxdı və o futbolçu yaxşı ki, sənə əvvəldə vərə qalmadı. Birinci Qırqaçıqanın futbolçunun familiyasını çəkmədi, çoxdan ona şans verildi. Yəni, Tazadədən söhbət gedir. Bu demək deyil ki, bu həm də Tazadə üçün Qəbələ səhifəsinin bağlanmasıdır, ümumiyyətlə. Cəmal Ağacanın Tazadə, Skazar Üçlü Paraşort oyunu, Zaranyi Nikolaçıl, Bey Kartışki, Reşoltu, İlgülü, Kartayda Skazar və Niskazar Yolu Familiyyə. Şu, ne думаете, что для Тагизада Кабала сезон Кабали уже закрыт и что не сможет продолжать. Это ко мне претензия, что я не назвал? Нет, просто, я забыл. Да, даже уже он вам не интересен, поэтому как футболист не интересен. Нет, я просто сказал тот футболист, который вышел вместо Джамалова. Ну да, я уточняю, это, конечно же, Тагизад. А что касается, как может быть сезон закончен, если за две желтые он одну пропускает, а у нас еще две игры. Не сезон. В общем. В конце сезона. Ну, мы не можем сейчас об этих вещах говорить. Вы понимаете, в футболе все переворачивается с ног на голову и наоборот, оно может и в одной игре поменяться. И я не сказал, я только сказал, что он сегодня получил, я по нем получил негативную, скажем, или отрицательную информацию. Но это не означает, что этого футболиста мы вычеркиваем из списка.
Он в команде, он на контракте, и мы на всех футболистов, кто у нас сейчас на контракте, мы на всех рассчитываем до конца сезона, да, как минимум. И каждому даем шанс, чтобы каждый продемонстрировал, что именно он может в дальнейшем решать те задачи, которые мы ставим перед собой. Так, и потому какие-то отвечать на такой вопрос, это просто преждевременно. Потому что у нас еще есть две игры. Игры очень важные, вы понимаете, что тут уже всем понятно, что игра будет, ну, борьба будет за третье место до последнего тура. И просто за это время, до конца сезона, мы просто ничего не будем говорить, в таком, отвечать на такие вопросы. Потому что говорю абсолютно искренне и честно. На каждого футболиста, который сейчас есть, мы рассчитываем до конца сезона. И очень бы хотелось, чтобы каждый из них остался. Birdeki son zamanlar demək olar ki, bir 50-60 futbolçunun kimi dilləndiricinə deyil, mənim adım bir qarşısının transfer siyasındadır. Yəni, doğrudan mı bu qədər futbolçu ilə maraqlanır komanda? Прошли время, когда называемся футболистом, где-то 50-60 футболистов сказали, что мое имя в списке Григорчика. Вы так интересуетесь? Сами футболисты сказали? Да, это не знаю, пиар-компания или что-то. Все говорят, что Габриэль не хочет. Вы знаете, ну, надо так все расставить, как бы, точки на ну, все конкретно ответить, чтобы таких впредь не возникало разговоров. Значит, мы интересуемся целым рядом футболистов. Но как этот интерес происходит? Да, как этот интерес? То есть мы за футболистами следим. Если мы кем-то интересуемся, мы за ним следим, то есть ведем его. Делаем каждую игру, которую он играет, мы его просматриваем, нарезки, узнаем, что раньше, узнаем о его, скажем так, даже вплоть до того, что личной жизни, какой он человек по жизни. То есть, чтобы мы понимали, вот мы можем уже ему начинать звонить и говорить ему самому или же клубу. Мы себя всегда ведем солидно, да, и мы никогда себе не позволяем, например, разговаривать с футболистом в то время, когда мы понимаем, что у него там длительный контракт или что-то подобное. Но это неправильно. Тогда нужно обратиться к представителям клуба и сказать, что у нас есть такой интерес. Да? Другое дело, если футболисты там контракт закончится и что-то подобное. Есть обратное, скажем так, с другой стороны, нам предлагают футболистов тех иных. Опять же, мы сначала смотрим, а потом вот мы сейчас находимся вот на таком, где-то вот на такой стадии, вот такой у нас подход. Да, и действительно, у нас есть в разных командах, почти в каждой команде есть премьер-лиги здесь Азербайджана, люди, которые бы, ну, я буду за себя отвечать, я лично хотел бы видеть его в Габале, да, но я не могу не называть ни фамилии, ни, скажем так, если кто-то сказал о том, что ним интересуется Габалам, но мы же не будем каждый раз говорить, не, мы ним не интересуемся, то есть мы это так как бы пропускаем и остаемся при своем, вот как только мы будем вести переговоры хотя бы, и если что-то такое пройдет информация, ну мы подведем, скажем, подтвердим, что да, мы ведем переговоры. Или же самый лучший исход, как бы и самый лучший, ну, наилучшим образом это делать, когда мы подписали футболиста, и мы объявляем, вот этот игрок подписан, он игрок Габала. Все. Спасибо, Дасик. Все.